Приветствую вас. Это программа «Здравый смысл», в студии Алексей Вербицкий. Гость у нас сегодня бывший военный летчик, или, если точнее, летчик первого класса стратегической дальнебомбардировочной авиации Владимир Алексеевич Чулкин. Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Спасибо, что к нам пришли. Добрый вечер. Я бы вот с чего хотел начать, если вы позволите. Почему вы решили стать военным летчиком? Что повлияло на этот выбор? Вы, пожалуйста, расскажите. Это вопрос прекрасный. И когда еще мы дети, уже в какой-то степени начинаем ориентироваться, а тем более в мои годы, когда война была, вот, то ну, я знал, что такое танкисты, артиллеристы. Но душа, и тем более, когда мы с отцом жили около военного аэродрома, и он там служил, то у меня, конечно, уже запало, что надо все-таки в воздухе быть. И были примеры достаточно, Кожедуб, Покрышкин и такие, это герои, да. А так, поэтому и уже потом, когда я в аэроклубе учился, еще это подтверждалось. И не было ни одной минуты, чтобы я в чем-то усомнился, что я не туда иду. Или что-то мне не понравилось, говорит, надо бросать. А вы ведь, насколько я знаю, учились и работали еще одновременно. Причем учились очно. А работали, вы были металлургом, работали на новоатробном заводе. Вот как это удавалось совмещать-то вообще? Расскажите. Вот это для меня очень удивительный, для себя даже вопрос. Как это я выдержал? Я работал слесарем после ремесленного училища в первом цехе. И надо было школу заканчивать после 6 классов. Я сразу же поступил в вечернюю школу. Ходил, значит, вечером в школу вечернюю, а потом уже в 54-м году, я уже учился в 8-м классе, кажется, или в 9-м, так вот, ну, где-то я так, что аэроклуб ДОСААФ набирает контингент для в авиации, для военных. Ну, я пришел туда, мне приняли, да, ну, я не сказал, что я из Первоуральска, вот, а там школьники были, свердловчане. Вот, еще когда-то была там авиационная школа, военная такая, да, полу. А это мы гражданские, говорит, и вот я что ездил каждые 2 дня в неделю в аэроклуб, на чем попало, были очень большие трудности со транспортом. Вот, и, короче говоря, закончил в 55-м году школу вечернюю, и очень хотел бы вспомнили о тех ветеранах войны, которые, не имея образования 10-классного, вот учились вместе со мной. Я пацан, группа, извините, а они уже с орденами, как говорится, вот они закончили вместе со мной школу. Вот, Демакин, Евдокимов, Банников, ну, в общем, такие уже руководители. Ну вот, и после этого, после школы, меня уже, как и всех учеников аэроклуба или учащихся, или как летчиков, уже мы летали самостоятельно, естественно, по СОВО. И отправили в Омское авиационное училище бомбардировщиков. Ну вот, и там мы снова прошли экзамен, меня приняли, и я стал курсантом. И, короче, через 2 года я уже вышел лейтенантом на Ил-28, командиром корабля. После этого мы прибыли в часть, уже Ил-28 не было, были самолеты Ту-16. И на этих самолетах 2 летчика – на Ил-28 есть 2 летчика, левый, правый. Левый командир, правый помощник. Ну вот на нем я пролетал 4 года, потом, ну или 3 года, вернее, потом стал командиром корабля и так далее. Потом... Я знаю, что у вас были довольно длительные полеты, прям вот несколько часов без перерыва, с дозаправками. Расскажите об этом, пожалуйста. Извините, подробнее. Но это уже не Ту-16, это был... Но то, что тоже была дозаправка, но он была очень серьезная и трудная дозаправка, но не на дозаправку на этой машине не летал. А потом с Ту-16 меня переводят в стратегическую авиацию на самолет М3, М4 и 3М. В общем, такие модификации. Это легендарный, по-моему, он, самолет. Да, это месищевый самолет, прекрасный, да, очень прекрасный, значит. Он садился с парашютами, а взлетал сам по себе, сдыбливание происходило, ну и так далее. Так вот, на этом самолете я тоже пролетал 7 лет, с дозаправкой в воздухе, с разведкой авианосных ударных групп американских авианосцев за Японию. И, в общем,
за заправкой в воздухе, так что и садился и на земле Франца Иосифа, и так далее, Тикси, и так далее. Вот это же было время как раз года холодной войны. Да, да. И это было время, конечно, непростое, но нас это особо не касалось. Мы всегда должны были быть боеготовы в этом плане. Там, на аэродроме, три стоянки, и нам подвешивали ядерные бомбы. Это 62-я бомба весом 6 тонн. Очень такая... В люк ходила тютелька в тютельку. И специалисты этой базы ее поддерживали определенную температуру, а мы в бараке построены специально. Мы там ночевали, как говорится, и так далее. 2 месяца. Потом нас меняет, и мы уже просто летаем. А вот, так что... Еще был он интересный очень такой у меня. На Ту-16 идем по маршруту. Ну, все нормально, все нормально. Потом у меня несколько радиостанций на пульте. Да. Я ШВРС включил так случайно. И голос говорит: сегодня, значит, оказывается, космонавт, значит, Гагарин. Ёж, я говорю: экипаж, в воздухе космонавт. Там мой командир: что это вы там типа путаете? Я говорю: космонавт сейчас в воздухе у нас. А нам команда получился, я как раз, так, 525-й, посадка на ближайший аэродром в Бобруйске. Понял, рядом уже сели, там уже толпа людей около КДП. И вот на самом деле Гагарин полетел, значит. А вы же сами чуть не стали космонавтом, насколько я ну, знаю. Ну, получилось так, что я не рвался, но меня почему-то отметили, когда я в «Звездном городке» проходил определенную практику. И потом меня пригласили, политработники, они считали выше себя, чем даже командир. Говорит: партия – это самая высокая, а вы, говорит, типа командиры просто, а мы – вы. Ну и, короче, у меня политработник, он говорит: нет, вам еще рано. Ну, рано так рано, что мне... Я не жалею об этом абсолютно, потому что когда я в «Звездном городке» был, вы знаете, даже за одни тренировки надо людей награждать. Это настолько тяжелые это условия такие. А вот что чувствуешь, находясь, если возвращаясь к самолетам, да, к военным, что чувствуешь, находясь на высоте, там сколько, 10 километров, да, летишь на скорости в 800 километров в час? Как это описать? Это такая техника, когда ничего не чувствуешь, все нормально. Потому что все это, как говорится, это первый момент, например, как ускорение какое-то может быть. А потом нет. Потом все идет нормально. В кабине атмосфера нормальная, значит, кислородные маски на лице, все обеспечено. Но бывали случаи, извините, конечно, можно один вот самолет после ремонта облетывается. Ну, ремонта в полку. ТЭЧ называется это, авиаторы, да. Техника эксплуатационная часть. Так вот, однажды после этого ремонта нашему экипажу предложили облетать самолет. И набираю я 8000 метров, и бум, и взрыв. Ну, взрыв такой, что мне ударило по лицу, оказывается, резиновые лопасти там на вентиляторе. Один оторвался, и мне по лицу. Ну тут маска тоже. Потом думаю, жив. Я, конечно, естественно... самолет направляю со снижением. Вот, потом начал оглядываться. Сзади у меня штурман, вот, а здесь летчик. Все нормально вроде. Шум страшнейший, ничего не слышно. Думаю, что такое случилось? В общем, все вроде живы. Так, ну, короче, все это я вложил, прекратил выполнение задания. И сели мы нормально. Оказывается, у второго штурмана над ним такая из стекла обыкновенного, значит, прицельная станция, чтобы там можно было, он тоже пушкой мог стрелять, поэтому ее вырвало. Ну, техники как-то где-то надорвали, там через каждые 5 сантиметров. И вот такой взрыв. И я, когда этот второй штурм, я оглянулся, он, ну, думаю, мандраж у него какой-то уже, от чего. Он хорошо, что был пристегнут, а так бы его через этот люк вытащило. Так вот, потом я говорю: а что такое? Ну, он так, а как он показывает, что там вырвалось. Ну, знаете, можно было так показать, или... А он вот мандраж такой. Ну, вот так. Приходилось реально рисковать жизнью во время полетов. Было такое, получается? Ну, был не то, что мандраж, но
Конечно, я спокойно всегда в полете, ни разу голоса не повышу. И не люблю, когда военных, там некоторые особенно, не очень не люблю. А тут тем более спокойная обстановка должна быть. Экипаж, выключай левый двигатель. Он горел. А этот у меня помощник был новый, да, он так немножко так выключил. Ну, на одном двигателе Ту-16 и самолет, там 65-7 тонн вешен, значит. Это, ну, я уже шел по маршруту до Рязани, да, и вот когда, тут не то, что монтаж, а сам думаю, а загорится сейчас второй, а экипаж, катапультировать его или что делать, вот такие, за себя я абсолютно не боялся. Вы живете не в Первоуральске сейчас, насколько я знаю, но вы называете себя коренным первоуральцем, считаете себя первоуральцем. Вот какие самые теплые, дорогие сердцу воспоминания у вас лично связаны с Первоуральском? Конечно, это годы войны. Годы войны. А потом, уже когда я стал после ремесла работать, я увидел тех рабочих, которые во время войны работали. И вот сидит ли мужчина пожилой, ну, мы пацаны, он говорит, а я ел муку, которую травили с трубы, специально какая-то мука с рыбьим там, составом. И он говорит, этой составом травили трубы. Для чего технология в этом, я, конечно, не знаю, но во всяком он говорит, я ею. Потом он умер, естественно, желудок у него. Вот так, вот так. Ну, такие. А потом вот со мной работал слесарь, у него ягодица одна была снесена, он был минометчик. То есть вот эти ребята, потом, как говорится, не ребята, а мужчины, для меня были примером. Вот, никакого особого так рассказывать, я герой такой-сякой. Ну, а я потом уже, когда был, с ветераном беседовал, я говорю, ну, скажи, ты пехотинец, ты скажи мне, только честно, никакого, чтобы этих фильмов, которые там, то, скажи честно, когда вот тебе, он говорит, вы знаете, говорит, когда вот сижу в окопе, и сейчас в атаку идти. И говорит, думаю, только бы не убило, только бы ранил, только бы не убил. Вот так. Вот такие, значит, так, это откровенные слова. А вы помните 9 мая именно 1945 да, года? Помню, прекрасно помню. До этого было очень высокое известие о том, что Рузвельт умер. Вот. А тут 9 мая. Да, сейчас скажу в двух словах. Значит, день был пасмурный. Он не дождливый, но пасмурный. Дальше объявили, что это победа. А я около дома Симакова, там на Ленина, значит, сейчас какой-то хотели музей, напротив бывшего Газбанка, даже на улице. И я так как-то оказался один, и сейчас думаю, вот День Победы. Он был для всех праздник, но для меня это праздник с большой, как говорится, трагической ноткой. 27 миллионов потеряли. А сколько первоуральские деревянные тротуары были, ездили на вот такой, на подшипниках, без ног, как говорится, ребята раненые. У меня умерла от голода сестра младшая. Вот. И спас нас, он был руководителем горсовета Рыжков Иван Яковлевич. До этого он был директором школ, ряда школ, да. Вот. Он нас как-то спас. Ну, в общем, так что для меня это такой праздник со слезами на глазах, как и поется вся песня. Владимир Васильевич, спасибо. Спасибо вам за эту беседу. Здоровья вам крепкого. Я спасибо. Вас благодарю. Спасибо. Спасибо телезрителям. Будьте здоровы, берегите себя. Всего доброго и до встречи.